Чарли, где мои бабки? Погоди, деньги у меня. О, все в порядке. Вот. Слышь, пропадаешь, Билл. Эй, Чарли, тебя не слышно? Каким он был? В смысле боксером? Чарли был главным претендентом. Второе место в мире. Но потом правила изменились. Я еду с тобой. Не едешь. Или едем вместе, или вылавливай ключи из люка. Ты... О, господи, еле поймал. Стой! О! Упертый гаденыш. Мы не в стрелялки играем. Тут все по-взрослому. Давайте делать деньги! Нет! Можешь дать денег в долг? Ты мне нравишься, друг. Но я не решусь на тебя поставить. Завязывай, Чарли. У тебя ничего не осталось. А что мы ищем? Все, из чего мы сможем собрать робота-бойца. Кажется, этот робот целый. Никогда раньше такого не видела. Выставим его на бой. Он создан для спарринга. Выдерживает любые удары, но не способен атаковать. Его зовут Атом. Устрой ему бой. Его там разберут на запчасти, в курсе? Воу! Он меньше и слабее, его там порвут. Ты должен научить его драться. Издеваешься? Ты знаешь бокс вдоль и поперек. Ему нужны твои приемы, твои команды. Я не смогу. Нет, сможешь. Я всегда все делал неправильно. Хочу хоть что-то сделать как надо. Правый апперкот! Отличный бой, парни. Запомните это имя, Атом. Атом! Этот робот достоин внимания. Чарли, я пытаюсь в тебе увидеть хоть что-то хорошее. Это непросто. Покажи, на что способен! Мы не победим, да? Посмотрим.